Здравствуйте, меня зовут Марина. Я мастер маникюра и педикюра и подолог. Занимаюсь достаточно долго вообще в сфере бьюти-сферы, больше 20 лет. В этом году, с февраля месяца, начала работать Go Beauty Studios. И я в диком восторге. Хочу поблагодарить команду, которая придумала такой обалденный, просто суперовский бизнес, который дал открыться каждому мастеру, который принял условия этой компании. Поблагодарить всех соучредителей этой компании. Безумно классная идея, безумно классные люди. Они молодцы, делают все максимум для мастеров. Вы можете увидеть, насколько хорошо оборудованы кабинеты, по уму, все сделано самое необходимое. Небольшой метраж этих кабинетов, что позволяет минимализировать расходы. Доступная аренда, доступные условия, и вообще они очень замечательные люди. Какие страхи я испытывала, когда идти в свободное плавание, быть сама собой? Организовать свой бизнес. Реально было тяжело поначалу. Психологически перейти барьер этот, принять решение для себя. Все-таки это стабильно, ты должен выполнять определенные условия по договору. Очень сильно волновалась, но я благодарна всем, которые помогли мне переступить вот эту вот грань страха, наверное, скорее всего. На сегодняшний день я очень хорошо и довольна своей работой. Во-первых, это мобильность, свобода, как для мастера, хочу, работаю, да, вот выбираю режим работы под себя, не зависишь ты от каких-то внешних факторов, которые на тебя давлеют, ты должен, ты обязан, а пройдя определенный путь работы в этом бизнесе, ты реально понимаешь, что жизнь – это не только одна работа, есть еще, кроме работы, масса интересных вещей, которыми должен ты заниматься, и можешь ты заниматься, и хочешь ты заниматься этими вещами. Поэтому в данной ситуации этот бизнес – это идеальное решение вот именно этих проблем. У нас на локации находится 5 кабинетов, и в каждом своя специфика есть. Массаж есть у нас, косметолог есть, чисто мужской мастер есть, есть парикмахер женский, и маникюр еще, и педикюр девочка работает. Что хотела бы отметить, концепция Go Beauty Studios очень грамотно продумана, то, что индивидуально под каждую специфику сделаны кабинеты. В основном подобрана правильно мебель, удобное кресло, все вот именно для комфортной работы. И в то же время хочу отметить, касаемо, допустим, своего же кабинета, что ко мне люди приходят, они не хотят уходить отсюда. Они попадают как в маленькую релакс-зону, где комфортно. Ты можешь отдохнуть от внешнего мира, побыть сам с собой. Хочешь, говорим, хочешь, молчим, отдыхаем, слушаем музыку, все, что хочешь, то и делаем. Но это безумно круто, безумно классно. Я, если у кого-то есть какие-то сомнения по поводу этого бизнеса, там быть или не быть, то я рекомендую на все 100%. Кто не рискует, тот не пьет шампанского.